Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением российского самолета в небе над Черным морем. Си Цзиньпин выразил глубокое сочувствие от лица всего китайского народа родным и близким погибших. Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека, 8 членов экипажа и 84 пассажира. Черный ящик пока не найден. Причины катастрофы неизвестны. В Минобороны сообщают, что авиасудно перед полетом проходило техосмотр, и никаких поломок выявлено не было. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал указ о создании комиссии по расследованию инцидента. Добавлю, в понедельник в России официально объявлен день траура.